Всем привет! Во-в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 о
теперь выросли до верды. Ну сейчас будем уже играть в этом. Уже. Это 41-я часть. Извините за то же видео. Я должен мне еще 15 минут. А он сказал, что больше 20 минут. Нет, меньше 20 минут сказали. Еще кнопки репуляторы есть. Репуляторы. Вот так кнопка. И вот так кнопка. Ну, главное, чтобы из мяса. Ну, в этом все фишки, все. Я этот того скелета прям зажарю. Господи, откуда? Сэр! Я что-то голодный. Я вижу, что грозовая пока. Года кажется. Ну, дождь грохочется. Грозовую. Да, я и сладко выстрелюсь. Да, еще все мои все мои растения не выросли. Ну ладно. Не буду. Давайте я посмотрю. Может там морковки есть и выросли. Свеклы типа. Ага. А как же типа уже деревни. Деревья было. Деревья. Приехали. Что фиксировано, что мобовое предупреждение включил через... Но ну, сначала я посмотрю с фермой. Ферму, кстати. О, картошка. Картошка. Морковка. Морковочка. Картошка. А, все же тут свекла растет. А я семенную пшеницу взял. Почему у меня всегда не растет? Кстати, это тоже семена свеклы. Я вырастить буду.
выращивать буду новые ищи. Гелмот 0 включи. Нет, это уже выживание. Зачем? Блин, он меня лагает. Меня сильно лагает. Меня сильно лагает. И вы просто видите, у меня 62. Просто я у Верда 62 очка. Иду, что 62 мое любимое число. Меня лагает, потому что незачем регистрироваться. Мне надо поздравлять с Новым годом, чтобы... Все. Оставьте мне выживание, ну пожалуйста. Морковок собираю и картошечки. Ну, все знаете. Сейчас включаем креатив. Надо выжить выживание. То есть геймод 0. У меня в сундуках было 5 морковок. Ну я еще наберу. Почему всегда лагануло? Ну я вам уже теперь буду показывать закат. Поставлю вам на... Вот, поставлю вам на паузу. Я вам покажу закат именно. Вот наш закат идет. И обычно надо заново, что-то я не успел. Надо оставить, например, вот такое же время, 498, и начинаю снимать. Какой красивый закат. И Верда очень красиво. Это же Альстро. Майнкрафтер сделал такую погоду. Ясно. Как в Майнкрафте, типа, иногда бывают дождевые. И дождевые с грозой. Ну все, мы посмотрели. А теперь мы уже включаем. Полтора тысячи защиту от эндерменов. Ну, кстати, идет грозовая погода. А ну, забак, ну шо, ладно? Ой, яйцо с зомбаком. Зомби-ребенок подо... Подходит, он уже приходит, а буду охранять наши населенные мир. Забираю яйцо в инвентаре, а поставлю его на камеру. Да, я выспался. Я буду ставить на паузу. Дальше будет у нас, конечно же, эндерман. У нас самые любимые эндерманы, которые я люблю, такой вот смерть. Это тебе. Ну, просто это секретно. Секретно. Это же Майнкрафт. Наша такая... Когда выбираешь, ты вообще... А в реальности выживаешь. Просто так, чтобы Эндермен не потянул свои кости. Потягивает свои кости. Это сердце мое, конечно же. Это сердце мое. Это сердце мое.
агрессор. Носом, который в Эндермен мог покинуть твой гибель. Поэтому я буду тебе в чат проголосовать. Я вот так я вам напишу, я Эндерман. Чат они не разговаривает. Все, он не разговаривает. От пэза и от текста речи. Ты не лагает. Все, он не лагает. Точно. Поставлю на паузу, конечно же. Вот тебе. Гест 763, ты дряв, Эндерман 12763 лет, Ксаки, ради ВДМ 62 килолитра, 23 КА 626. Тебе Эндерман, тебе говорит. Добрый Эндермен! Это добрый Эндермен, кстати! Если я его ударю, он не агрессивен! Он всего как креатив! Нет! Он какой-то самоценный Эндермен! Он все действительно нарушает права! А ну, дырявый, покажи мне! Лицо, вот так! Я тебе язык содру. Я тебе язык содру. Не-не-не-не-не! Нет, ты обдавил меня! Ты хочешь меня убить? А тебя ждут гибель, ха-ха-ха. Эндермен какой смешной. Осталось всего лишь 5 смертей эндерменов. Чтоб спокойно выложиться. Не-не-не-не, у нас теперь 848 хп. 4 смерти осталось. Смерти осталось. Бом. Одна смерть. Ну и последняя полсмерти осталось. А ну-ка, Эндермешечка, иди ко мне. О, да! Скорость 145! Ставлю на паузу.